Итак, всем привет! У нас уже новый день, у нас утро, и мы собираемся на тренировку. У нас тут наши тренировки в холл встречаться через 20 минут. Я запитаю Любину, мы уже все одеты. А что у тебя фокус не надо? Ну все, да? Красовалась-то? Мы тут все такие красивые. Сначала у меня лично было ОФП растят, хотя там были только ОФП и просто посидели на шпагатах. Ну почему? Мы на спину волны там всякие делали. Ну это не растяжка. То есть самой растяжки никаких захватов, там, перекатов не было. А у Нади была это предметная подготовка с Назаренко, да? Да. А потом у меня была растяжка. А у тебя что было потом? Милитин Станюта. А потом у меня была Милитин Станюта, а у тебя Ляля Александровна. Да, классная это. Классная, да? Тебе понравилось? Да. Али, тебе понравилось? На самом деле не понравилось. Просто вот она так кричит. У меня после спина очень сильно болит. Да. Затяжки делать. Мне тоже болит. На Надину кричала. Что ты сказала? Я стала Надину кричать. Но она на всех кричала. Да, что? Она вообще на всех не кричала. Особенно у нас одна девочка есть, на которой очень сильно кричали. Она так типа, ты что, что не в курсе? Нет, она же там. Нет, ты не в курсе. А за что на нее кричали? Ой, да за все. По-моему, каждое движение она на нее орала. Помню, как она сказала, не делай вот такой замах на повороте. И прям сделала такой замах. Мне кажется, она не поняла, что она от нее хочет. И потом у меня были танцы с каким-то чуваком, который другого цвета кожи. У меня шоколадный дед. А, еще он говорит по-английски. Это, наверное, он английский будет преподавать. Ну, если он разговаривает по-английски. Ну как? Он правда по-английски разговаривает? Да, но с русским переводчиком. С таким русским акцентом, да? Ну, русский акцент, он американский, Не, ну ты скажи, как он разговаривает. Вот он вообще вам что-нибудь понятно было? Нет. Ну, мне лично нет. Ну, он знает, нет, да. Он такой... Он, наверное, еще английский преподавать будет. Да по-любому. Потому что что им еще нанимать одного учителя, если он у них учитель танцев по-английски разговаривает? Ну, может быть, психолог хорошо знает английский и психологию. Ага, и значит, он так вот его напополам разрубит, у четвертой группы будет там английский, а у нас половинка психолога, да? У четвертой будет психолог, а у вас, например, что-нибудь другое. Нет, у них будет английский, а у нас будет психолог, да, после тренировки. Ну, а выключи камеру, надо мы спорим с тобой. Ну, ничего страшного, ты хотя бы хоть что-нибудь снимешь, а то никогда ничего не снимаешь, интересно. Мы сейчас лежим, отдыхаем. Мы, кстати, в душ сходили.
У нас одинаковый май. Серьезно, вы что вы это делаете? Ну, смотри, у нас одинаковые маечки с Олесей. Смотри. Где? Себе говорит. Ну как ее тут выключить? На красную кнопку, где ты нажимала. Ребят, мы сейчас будем ложиться спать, мы уже прошли с тренировки. У нас была хореография, жонглирование и... и предметная подготовка. Было все хорошо, потом мы просто сидели в зале, смотрели, как тренируются девочки. Скоро тоже будем так же делать. Вот. И мы уже скоро ложимся спать. Мне сейчас в душ нужно будет сходить. Вот, так что спасибо, что посмотрел это видео. Я сегодня мало снимала, но я завтра попытаюсь поснимать побольше. Вот, так что всем пока.